чух-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 
Всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь, и сегодня я вам расскажу о такой довольно интересной карте, которую я увидел на сайте RuMinecraft.ru. Она была в бездне, то есть с плохими оформлениями. Я думаю, вряд ли кто бы обратил на нее внимание, но карта действительно стоящая, чтобы обратить на нее внимание. Появляемся мы тут, тут приветствуют нас, говорят, что типа иди по зеленой шерсти, и будет интересно. То есть обратите внимание на размеры этой постройки, этого... Блин, это просто эпик, ребята, я вам отвечаю. То есть тут стоит вагонетка, мы едем. Что тут мне очень понравилось? То, что тут едем мы не однотонно. То есть нету такого, что мы едем просто прямо. То есть вот это, по-моему, самое длинное, что мы прямо едем. То есть вот такие встречаются очень-очень редко. То есть по сути мы тут как бы вот такие вот закругленные всякие. То есть вот тут даже я уже катался. Ой. Сломал. Ну ладно, ничего страшного. То есть тут просто эпично, и смотрите, тут даже мы спускаемся, есть действительно разнообразие, то есть действительно интересно, если ехать от первого лица, то это просто захватывающе. Что я еще могу сказать хорошего? То, что тут очень много всяких разнообразных падений вроде этого. То есть есть тут падение, вот как мы видим, что даже красиво от лавы, то есть карта действительно интересная, и самое большое падение, которое мне тут понравилось, это вот в этой красной трубе, надеюсь, это труба. Давайте я даже попробую воспроизвести это все. Нам надо вагонетку взять. Где наша вагонетка? Вагонетка. Давайте я даже выйду из креатива. Поскольку я тут, когда первый раз ехал, когда я первый раз думал, что умру. Вот давайте мы едем, 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 едем. И тут так неожиданно. Я-то думал, что все уже сейчас разобьюсь к чертям. И тут оп! Такое мягкое приземление, едем дальше. То есть действительно интересно, это, блин, просто классно. То есть вы тут, чтобы прокатиться, это обязательно надо скачать эту карту, чтобы хоть раз так прокатиться. Но также не могу сказать, не сказать, точнее, о минусах этой карты. То есть иногда при падении, иногда только, у меня два раза было из всех падений, что вагонетка дальше не едет, то есть упал и остановился. То есть, ну это уже баги Майнкрафт, это не карты, но все же неприятно. Оп. То есть еще есть один такой, я не знаю, зачем это сделали, но это, да, полноценный баг этой карты. Зачем я вообще ночь делал? Что я делаю? Что я делаю? Паника. Есть один полноценный такой баг. То есть когда мы доезжаем до верха, вот мы доезжаем где-то, где мы доезжаем? Мы доезжаем вот до сюда. Мы тут останавливаемся, вот доезжаем до сюда, останавливаемся. Тут написано: возьми лук и стреляй по картинам. То есть вот тут были картины. Тут были картины, и ты их, естественно, сбиваешь. И, как я понял, автор хотел, чтобы тут пошел сигнал редстоуна и включил этот рычаг. Только я не понимаю, каким он это способом хотел сделать. Наверное, редстоуна не хватает или что? Ну, короче, я вот остановился тут и ничего с этим дальше сделать не мог. То есть, это как бы такой небольшой баг. И... это, конечно, немножко портит карту. Также тут, допустим, доезжаешь до конца, там тебя просит развернуться. Я думал, сейчас просто приедет на старт, а там он изменяет где-то путь. То есть карта действительно разнообразная. И, блин, ну, ребят, качайте ее и проедьтесь хоть раз сами, потому что тут ехать реально долго. Я ехал около 2 минут, и, знаете, мне не надоело. Также тут нам предлагают на кофе остановиться. За это автору отдельный респект. То есть тут подъезжаешь, я тут печеньки брал. Печеньки очень вкусные, мне понравились. Так что качайте эту карту, и моя оценка этой карте будет 8 из 10. 8 из-за того, что есть вот этот баг с картинами, то есть он мне так, блин, подбесил нервы, а еще за что балл снял, это за то, что карта была не так, чтобы вау-вау-вау, ну просто так. Интересная довольно карта. И давайте, ребята, так. То есть, если у вас действительно есть своя такая же интересная карта, ну, действительно интересная, там, не то чтобы паркур, а просто прохождение с каким-то интересным сюжетом, то присылайте ее мне, я вам расскажу, скажу, что мне понравилось, что не понравилось, и поставлю оценку. Там все, с вами был Лагерь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, и если хотите побольше подобных видео, то, конечно же, подписывайтесь на канал. А всем вам добра, и до новых встреч!